Так, еще немного, и я смогу победить Алину. Так, давайте. Опа, увернулся. Сейчас я вас всех уничтожу и подниму свой уровень. Так, давайте, монстры, возвращайтесь домой. Вам здесь не место. Эй, блин, черт, у меня сел телефон. Бруно, чем это ты тут занимаешься в 3 часа ночи? Я всю ночь качал уровень в нашей игре. Ты что, хочешь меня обогнать? Да. Не-не-не-не-не. Ребята, у нас, кстати, реально вышла наша игра, где можно поиграть за меня, за Алинку и других персонажей из наших роликов. Ее найти очень просто. Она называется Бруно и Аришнев. Но если что, у нас есть ссылочка в описании. И у Алины сейчас 18 уровень, а у меня 13. Но я тебя обязательно обгоню. Вот подписчики точно тебя обгонят. А я уверена, что не обгонишь. Я даже готова тебе дать свой телефон, чтобы ты попробовал меня обойти. Но у тебя ничего не получится. У тебя тоже сел телефон? Блин, я что, на зарядку его не поставила? Слушай, нам срочно нужно найти телефон, на котором можно будет прокачать уровень. Так у нас полно телефонов на складе. Давай за ними побежим. А, точно. Пойдем. А, Бруно, может быть, вместо того, чтобы играть в мобильный телефон, мы бы пофоткались с тобой, а? Алина, я думал, что мы выбросили это. Это же тот самый набор телефонов, с помощью которого можно звонить всем монстрам. Этот набор телефонов нам подарил продавец. Ну, конечно, за 100 тысяч лайков. Но хорошо, что он остался. Кстати, один из телефонов, скорее всего, работает. Только надо проверить, какой. Давай попробуем. Пойдем. Так, ладно, как проверить работоспособность? В прошлый раз мы просто нажали на эту кнопку. И сейчас мы по-любому узнаем, что один из этих телефонов работает или нет. Не-не-не, если нажать на эту кнопку, то он сразу запустит звонок всем монстрам, которые только существуют в этом мире. Во-первых, мне кажется, что ни один телефон не заработает. А во-вторых, почему одна кнопка сразу заводит все звонки? Это невозможно. Ладно, надеюсь, мы просто поиграем в игру. Ты уверена? Да. Ладно. Алина, ну начинает звонить! Блин, нужно прятаться, пока они нас не увидели. О, нет. Что мы наделали, Алина? Зато посмотрим, о чем они общаются. Это тоже плюс. И заснимем. Я надеюсь, что они не возьмут трубку, ведь сейчас 3 часа ночи. А мне кажется, они как раз бодрствуют. Что здесь происходит? Эй, чего ты тут мяукаешь? Только я могу мяукать, мяу! А ну, все заткнулись! Все знают, что главный кот здесь я! Пошли вон, блохастые! Смотри, это ведь 3 кота! 3 кота! У нас большие неприятности. Да это просто собрание котиков. Если они узнают, что это мы им позвонили, то они очень сильно разозлятся. Они не узнают, потому что мы спрятались. Зачем меня разбудили? Можно попробовать все мои ножички. Как же их много. И это круто. А вот Шинсоника я вообще впервые вижу, а некоторых я даже не знаю. Ребята, а вы знаете, кто такой Шинсоник? Если да, напишите в комментариях. А если не знаете, тоже пишите. Интересно ведь? Кто меня разбудил? О, Теневой, ты тоже тут? О, привет, привет! Как же тут много раздражающих личностей! Алина, я вообще не рассчитывал сегодня с монстрами встречаться! Блин, испугался! А что тут делает скелет? А, вот где делась моя запасная футболка! Этот скелет украл нашу крутую футболку! А я уж думал, я ее потерял! Ребята, кстати, вы тоже можете купить наш мерч, если просто зайдете на Озон и ведете в поиске мерч Бруно! И вы можете выбрать любимую футболку и свой размер! Только поторопитесь, потому что они очень быстро заканчиваются! Кто посмел меня разбудить? Сука, громко! Это что, паровозы? Опачки, папа! Кто меня разбудил, а? Я надеюсь, это из-за пирожков? Алло! Алло! Говорите, вас не слышно! Внучок,
Я тут что-то понатыкала, а тут ничего не понятно. Помоги мне! Она глухая, но она старенькая ведь. Да она монстр. Поэтому над ней можно смеяться. Смотри, сербская леди только умеет что танцевать. Но ее танец уже не модный. Я знаю много других танцев. Танец сербской леди никогда не был модным. Он ужасный, отстойный. Смотрите, там за нами наблюдают. Какие-то людишки! Выходите, мы вас нашли! Ква! О нет, Алина, нас спалили. Пойдем, поздороваемся как-то, ну, не, чтобы как-то их задобрить хотя бы. Если мы выйдем, мы подтвердим, что мы тут. Они нас видят! Привет, монстры! Подождите! Мы случайно вам позвонили, простите! Мы не хотели вам звонить! Конечно, конечно! Вы нам постоянно звоните, чтобы поиздеваться! И этот раз не исключение! Да, правда, мы вообще не хотели никому звонить, тем более в 3 часа ночи! Это случайно! Пожалуйста, простите нас! Посмели жалкие людишки нарушить мой покой. Готовьтесь, скоро вы никому не сможете позвонить. Он отключился. Куда он ушел? Слушай, он отключился, значит, куда-то направился. Я надеюсь, не к нам. Вот, блин. Это плохой знак. Монстры, давайте их проучим раз и навсегда. Кто со мной? Я! А нет, подождите, не отключайтесь! Стойте! О, блин! Слушай, а как им еще раз позвонить и попросить, чтобы они не приезжали? Ну, давай, давай! Мне кажется, они... Нет! Мы теперь даже не сможем им перезвонить, сказать, не надо приходить к нам. Или можно было переодеться в монстра и позвонить им. Это вообще не вариант. Они все сейчас всей ордой в 300 монстров бегут прямо к нам на студию. И ты в этом виноват. Алинка, что нам делать теперь? Бежать, бежать, только бежать! О, блин, Алина! Кажется, знаешь, кто пришел? Идем посмотрим. Вот, блин! Сиреноголовый уже здесь! Алинка, давай иди сюда! Как думаешь, он нас заметил в окне? Я думаю, что бежать уже бессмысленно! Ты права, что бежать нет смысла! Но мы не сдадимся! Мы будем баррикадироваться сейчас на нашей студии! И замуруем все входные двери! И долго обниматься будем! Ребята, пока монстры направляются к нам, сейчас мы полностью замуруем этот проход! А я думала, мы решили устроить ремонт! Нет, Алина, не до ремонта сейчас! Нужно полностью кирпичами заставить весь этот проход, чтобы ни один сиреноголовый сюда не прошел! Давай скорее, замешивай цемент! У меня это в первый раз, ну ладно. Так, давай, побольше прям цемента! Ужас! О, супер! И последний! Все, мы теперь полностью в безопасности! Эту стену точно никто не пробьет, это ж стена! Давай! Они уже пришли. Ну ничего страшного, у нас же стена. Ну, тоже верно. Эй, дураки, вы сюда ни за что не попадете. Тут даже входа нет. А вот это мы сейчас посмотрим. Кажется, нужно было больше цемента класть. Или просто закрыть двери. Они наступают. О, блин. И выход теперь тоже закрыт. Слушай, уходим, уходим! Давай, за мной, скорее! А
Полин, давай сюда, 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 скорее! Сюда! Слушай, у меня есть идея. Это ведь коты? Да. Напряжни. Это точно. И придут еще монстры. Но пока нам нужно справиться с котами. И у меня есть идейка. Я включу им видео с котиками. Они на него отвлекутся и не заметят нас. Хорошая идея. Все любят видео с котиками. Но где мы его найдем? Не волнуйся, мы можем с телевизора войти в приложение ВК-видео и найти там что угодно. ВК-видео? Ты что, не знаешь? ВК-видео – это отдельное приложение, в котором можно найти все. Мультики, фильмы, сериалы, эксклюзивные развлекательные шоу и не только! Ты там даже сможешь найти, какой выбрать наряд или как научиться рисовать, ведь ты так давно хотел это сделать. Как научиться рисовать? О, да! Я давно купила все для рисования, но никак не могла найти крутых уроков. Это еще не все. Приложение ВК-видео очень удобное, потому что там есть много разных функций. К примеру, можно смотреть видео даже без интернета, просто скачав его. А еще окно в окне и фоновый просмотр. Ты даже можешь оставить только звук и слушать видео, пока куда-то идешь или что-то ищешь в интернете. И все это абсолютно бесплатно. Реально удобно. Надо попробовать. Мне такого как раз не хватало. В ВК-видео есть целая куча контента, который можно смотреть с разных устройств. К примеру, можно начать смотреть на телефоне, а продолжить на компьютере. С того места, где ты остановился. Я провожу с ВК-видео вообще весь день. Я с ним засыпаю, работаю и даже ем. Ладно, монстры уже скоро будут тут. Давай уже найдем видео с котиками. Ребята, и вы тоже не отставайте. Скачивайте отдельное приложение ВК-видео по ссылке в описании. А я включаю приколы с котами. Слушай, они по-любому залипнут, на это невозможно залипнуть. Ой, извините, ребята, мы реально залипли. Но знаешь, что еще коты любят? Что? Кошачью мяту, что-что. Смотри, они увидят эти ролики, и они сюда придут. Но они тут не останутся, если здесь не будет кошачьей мяты. Точно, ведь люди любят смотреть видосы с чипсами или другими прикольными закусками. А для котов нужны кошачьи закуски. Вот, смотри, как много. Они здесь долго будут. Ух, я надеюсь, они о нас забудут навсегда. А когда они придут? Они уже здесь. Стойте! Я что-то чувствую. Какой сладкий запах, а? Я тоже чувствую. А где? Кошачья мята! Смотрите, там видео с котиками! Люблю видео с котиками! Смешно! Алин, они реально забайтились. Это наш шанс. Отлично. Готов, мы победили. Ну, не то чтобы мы победили, мы их просто отвлекли. Пойдем отсюда. Подожди, сейчас же все остальные придут. Как это мило. Мило. Есть. Пойдем. Нам скорее туда нужно. Давай, давай, давай. Ты уверен? Да. А если тут... О, нет. Она уже тоже здесь. Сербская леди. Давай, обратно, обратно, туда, назад, назад, Алина. Бежим. О, нет, папка Гренни. Что нам делать? А у меня тут с телефоном какие-то проблемки. Можешь помочь немножко, бабки, да? Можешь? Ну и что у вас тут за движуха? Ты что так нас пугаешь, продавец? А я рад его видеть. Он может нам помочь. И чем же? Слушай, у нас тут проблемка. Все монстры, которые существуют в этом мире, бегут к нам на студию. Они ополчились на нас. Да. Так, просто из-за того, что мы позвонили им. Ну да, я был на этом созвоне. Я думал, вы собираете тусовку. Не-не-не-не-не, никакой тусовки тут нет. Тут есть только угроза нашей смерти. Да. Мы не хотим, чтобы нашей смерти что-то угрожало. Ладно, значит, раз тусовки не будет, тогда я вам помогу, но... Есть, может, какая-нибудь пушка, которая уничтожит всех разом? Нет, смотрите, подождите. Огромный динамит там. Я думал, что буду сегодня тусить. Мы можем отправить всех их в космос или глубоко на дно океана. Или какая-нибудь пушка замедленного действия против бабки Гренни. Нет, я
приглашу бабку Гренни на свидание. Ну, раз мы не тусим, а и надо же мне как-то вечер проводить. Вы одногодки? Ну, есть небольшая разница в возрасте, но я люблю такое. Ну, а опять же не бесплатно, 100 тысяч лайков для того, чтобы в ресторан ее сводить. Ты же сам хочешь, вот и веди. А лайки на ресторан-то где я возьму? Ну, ведь ты будешь кайфовать. А почему лайки должны мы ставить? А это жизнь несправедливая. Ребята, давайте накинем чуть-чуть продавцу лайков, и он сможет отвезти бабку Гренни на свидание, а мы избавимся еще от одного монстра. Давайте, не хватает ваших лайков. Пожалуйста, помогите нам. Ребята, поставьте лайки, это уже какой-то беспредел. Давайте. Так, я жду. Отлично. О, нет. Что нет? О, не хватает одного лайка. О, у меня есть идея. Я сейчас сам поставлю лайк, и тогда точно хватит лайков. А нет, у меня же сел телефон. Ладно, ребята, тут нужна ваша помощь реально. Один лайк, всего лишь один лайк. Я вижу, что ты не поставил. Ну же, давай! О, сильно ты лайкнул! Эй, продавец, ты живой вообще? Еще как! Живой и заряженный на свидание с бабкой Гренни. А чем это так воняет? Он, видимо, надушился. О, он с ума сошел. Я бы с бабкой Гренни точно не пошел на свидание. Но я бы на это посмотрела. Это что за цветочек, аленький? Как тебя зовут, красотка? Какой цветочек, Милок? Милетка? Да ладно! Возраст – это всего лишь цифра. Возьми эти цветы для тебя. Пойдешь со мной на свидание? Это что, плодилый бизнес? Я поняла, сына! Они тебя не ценят, а я ценю. А поцеловать бабку щечку? А не в щечку? Ладно. Это потом, после ужина. Ужин! Пойду. Какой у него ужасный вкус у этого парня. Но в любом случае, продавец молодец, он освободил нам путь. У нас есть возможность сбежать отсюда. Да, скорее. И надо будет вымыть глаза спиртом. Ага. Блин, Алина, сейчас все монстры сюда придут. Скорее, в большое помещение. Алина, сейчас вообще нет безопасных мест на нашей студии. Нужно что-то прям мощное придумать против этих монстров. А может быть здесь небезопасно, ты не подумал? Но здесь вроде бы никого. Ты слышал? Как будто здесь кто-то был. Ладно, какая разница? Сейчас его нету. А еще нам нужно с тобой найти что-то, с помощью чего мы можем защититься или уничтожить этих монстров. Кажется, у меня есть некая заначка в шкафу. И какой шоколадки у тебя? Показывай шоколадки. Нет, у меня нет никаких сладостей. Но зато я на прошлой неделе у продавца кое-какое вещество купил. Снотворное у продавца, которое сможет повалить даже сиреноголового, вот этого громилу. Поэтому этой баночки нам хватит на всех. Ты очень смешной. Давай сейчас наварим чай, пригласим их на чаепитие, разольем вот это, а не будете ли вы сахар, они такие уснули, ага. Тогда мы сыграем с ними. В дартс. А кто будет первый? Ну вот вы попали в шум. Сейчас я вас съем. Я не знаю, что делать. Я знаю. Так. Эй, картон-дог, лови. Он, кажется, уснул. Это же обувь Пашки. Кажется, кто-то превратил наших друзей в монстров. Это невозможно, может, я тоже монстр? Ав-ав! Или мяу? Ладно, нет, я не монстр. Слышишь? Нужны еще дротики! Давай, я мочу их! Мочу. Давай, мочу! И кал. Так, блин, не попал. Давай еще, нужно больше дротиков. Так,
Как ты увернулся? Давай! Ну ты... Какой же он ловкий! Залин, нужно больше дротиков! Дротики закончились! О нет, Алина, срочно! Потайной проход секретный! Прям секретный! Давай туда залазь! Давай, Бруно, давай! О нет, у меня кто-то схватил за ногу! Ты тяжелый! Закрывай! Это их задержит. И тем более, эти монстры очень огромные. Они не пролезут через этот проход. Ты слышишь? Помни! Что помни? Что с тобой? Где монстры? Мне хватило странностей в цифровом цирке. Они везде, везде, везде. Слушай, мне кажется, она немножко дерганая. И лучше от нее уйти. Да, она просто испугалась. Здесь действительно очень много монстров. Но я рад, что она нормальная. Она ненормальная. Смотри на ее глаза. Я монстр. Я самый плохой монстр. Вот видишь, она тоже монстр. Бежим. Давай уходим, пока она на нас не напала. Давай. О нет, это же паровозик Чарльза и Тучучу, Томас! Какие же они огромные! Бежим! 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 О нет, надо было ее тоже отправить на свидание с продавцем! Я знаю, что в душевой есть тайный проход, побежали туда! Давай скорее! О нет! Вот мы и попались, ребята! Не-не-не, они перекрыли проход на крышу! Мы в ловушке, Алина! Лягушка такая противная! Ура! Я любил тебя! Здесь собрались вообще все монстры мира! Они окружили нас со всех сторон! Они прибывают. Кажется, это последний наш день. Я тебя никогда не забуду. И я тебя, Бруно. Нет, нет. Это просто сон. Я уж подумал, что мы реально позвонили всем монстрам в 3 часа ночи. И телефон не сел. Супер, теперь я смогу Алину обогнать по уровню. Ребята, обязательно скачивайте нашу игру «Бруно и Аришнев». Здесь просто невероятные приключения. Так, ну давай, давай, давай. Какой же кайф. Ну что, тебе понравилось? Тогда переходи на следующее видео и смотри увлекательные путешествия Бруно и Алины.